Благотворительный концерт для детей и подростков организовали северо-казахстанские полицейские. Артисты в погонах побывали в районе Мохжана-Жумабаева в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подробности смотрите в пресс-службе областного полицейского ведомства. Люди в погонах – частые и желательные гости в стенах Полудинского центра. Поводы для встреч полицейских и детей всегда добрые и значимые. В этот зимний день в детский дом приехали не только сотрудники районного отдела полиции, но и гости из областного центра. Мы хотели дать вам сегодня концерт от нашего культурного центра. От себя лично, вашему коллективу, детям хотел пожелать крепкого здоровья, успеха в работе, счастья, благополучия. Пусть всегда солнце светит, пусть будет радость, пусть будет детский смех. Благотворительный концерт организовали в честь года детей и 30-летия казахстанской полиции. Артисты в погонах порадовали ребят и педагогический состав популярными песнями на государственном и русском языках, известными эстрадными хитами. После сегодняшнего мероприятия у меня появилось желание тоже вступить в ряды этих сотрудников, пополнить их ряды и тоже начать заниматься вокалом, исполнять такие музыкальные произведения, потому что это очень красиво и мне очень понравилось. В завершении встречи юным зрителям вручили подарки и мороженое. Нынешний год для полицейских особенный. 23 июня стражи правопорядка страны отметили 30-летие казахстанской полиции. Илья Кудряков при содействии пресс-службы областного департамента полиции.